По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха. Подробнее расскажу прямо сейчас. На Южном Урале переменная облачность без осадков, о температуре в городах. В Садке, Златоусте и Верхнем Уфалее плюс 20, в Магнитогорске и Карталах плюс 21, в Троицке и Южноуральске плюс 22. Температура воздуха в Челябинске в ночные часы достигнет плюс 12, а в дневные часы поднимется с плюс 24 до плюс 26. На этом все. Я желаю вам хорошего настроения. Увидимся на 31-м.